Так. 11 ноября 2020 год, Харьков, 5:59 утра по Киеву. Сейчас будем пытаться снимать в утреннем зареве четвертым дублем Меркурий. Уже очень светло. Едва заметен Меркурий на рассветном небе. Так, луна есть. Искусственно занижено освещение на фотоаппарате. Так, это Венера. Да, Меркурий уже практически не виден. Ну вот он. Уже гораздо более светло. Чем отображается сейчас на экране. Гораздо светлее. Куда ж ты сбег? А, красавец ты наш. Да, ну видно уже, что зарево. Задрожание, конечно, извиняйте, потому как 125 крат увеличения – это малейшее движение. И ты, отец, как говорил, одно неосторожное движение, и ты, отец, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, почивший 5 дней назад. Так, ну где-то так, да, резкость. Говорят, мне астромонтировки там надо покупать. Ну как я переведусь с Луны на Венеру, потом на Меркурий? Хотя, может, он может. С этими астромонтировками. Так, мне там еще и на работу, да. Как бы надо съездить. Ну, я, по крайней мере, совершенно четко вижу фазу Меркурия. Пошли к Венере. Красавица Луна. Красавица Венера, и в хвосте плетется малепусенький Меркурий. Венера размером с Землю. Луна хоть и маленькая, она вполне себе рядышком с Землей. Впечатление размерами производит. А Меркурий, конечно, совсем-совсем малепусенький. Да, женского рода у нас только Венера и Земля, да, планеты. Ну, пересвет идет
Ну, посмотрим вот эту Венеру. О, да, в Меркурии уже еле-еле наблюдаю визуально. Пошли к Луне. Наверное, буду я до упора снимать Меркурий. Пока он не исчезнет на небосводе, либо пока меня не выгонят с работы. Ну, как причина опоздания на работу пойдет в объяснительное. Снимал Меркурий, да? Скажет, врешь, ничего ты не снимал, вон он висит. Ай, сейчас. В дикой раскорячке пытаюсь навестись. Ты посмотри, какие тени на линии терминатора. Просто супер. И ветер у нас стих. И вот еще красавец какой. Да, уже визуально еле-еле вижу. Меркурий. Ладно, сейчас будем 5.06 по Киеву в Харькове. 11 ноября. Мне натурально надо выезжать прямо сейчас.